собой снимаем сегодня, да? Я скоро буду. Вы на месте? Боюсь, что-нибудь интересное мы наверняка пропустим. А чего годить-то? Давайте уже. Что? А что у вас там происходит? Что? Что я должен увидеть? Ай! Этот раз пурги мы наснимаем. Вообще-то круто выглядит. Анатолий Васильевич! Анатолий Васильевич! Да здесь я! Вы где-нибудь такое видели? Это черт не знает, что творится. Метель! Поехали! Да есть! Не, ну надо, а! Среди лета снег. Если на митинге так же метет, будет круто. Да, черт, круто. Аккумулятор сдох. Ну дела. Это мы удачно с Санычем махнулись. В самый раз в оцеплении на площади стоит. В этом климате от политики надо держаться подальше. У вас всегда лето такое? Чего? Извините, не подскажете, где площадь Смирнова? Там у вас вроде митинг должен быть предвыборный. Тебе чего там? Да я из съемочной группы из Москвы. Просто потерялся тут с этой. А камера где? Да камера-то, я надеюсь, уже там. А я вот опаздываю из-за этой погоды. Да, это тебе не Москва. И что, у вас тут каждый день так? Ты что, мы сами обалдели. Так, а на Смирнова как? Ну, это тебе проще сейчас назад по улице Волкова и по ней до Смирнова. Спасибо, ребят. Эй, а когда показывать-то будут? Завтра, если успеем. А, из Москвы. Ну, кино. Кино, кино. Че там такое? Пробка, что ли? Приехали. Похоже на аварию. Я сейчас. Чего там? Случилось что? Я ни хрена не пойму. Нету никого. Видать, там мёртвым стали. А почему они машины попросили? А что там? Да я надостам, а как это? Куда нам надо, Влад? Площадь Смирнова! Смирнова? На площадь Смирнова проехали. Сейчас давай назад, второй поворот налево. Да. На Волкову выезжаешь и прямо. Спасибо. Чёрт. Чё-то это всё как-то странно. Да, Васильич? Написано было. Типа улица Грабурды. Не что? Разобрал. А, блин, название придумают тоже. Нормальную улицу не найти. Эй! Ты осторожнее, я ж снимаю. Что это? А что с машиной? Да воткнулись во что-то. Сейчас посмотрим.
Что там? Вот, блин. Угораздило же. Да не переживай. Сейчас я выйду, все сниму. Мы же не виноваты. Ты смотри, а? Ух ты. Это что, мы сбили? Да хрен тут поймет. Фу, ну вот жесть. Как же это так получилось? Да черт его знает. Что ж делать-то, а? Надо скорую. В чем дело? Сети нет! Слушай, не пойму я чего-то. Что такое? У него же это... Горло разорвано. Ну да. Ну как это машиной горло можно разорвать? От удара? Я тоже что-то не пойму. Он мертвый или что? По-моему, он мертвый был до этого. Кровь засохшая. Жесть. И кто же его тогда? Ну, по горлу. Собаки, может. Черт его знает. Разворочено все. Смотреть не могу. Васильич, а поехали-ка отсюда побыстрее. Будем надеяться, что нас никто не видел. Откуда гребаный снег? Что за твою мать? О, слышь, где Большая Советская улица? Ну чё молчишь, чё встал? Глухой, что ли? Блин. Чё вы встали? Чё вы встали тут? Братва, вы чё, попутали? Спокойно! Спокойно, спокойно! Спокойно, но! Тихо, тихо, не Нет? Живой? Что, оборзели, что ли? Товарищ инспектор! Твоя машина! Я это... Убирай я... нахер машину свою! И ты, камеру я... убери! А убери все дело, говорю! А что ты говоришь? Да сейчас уберу, кому ладно! Кому нахрен их? Поехали! Поехали вообще отсюда, пока целы! Так, убрал камеру, жди. Понял. Странно, я не знаю. Что тут творится-то вообще, а? Так, давай сюда. Черт! Да кто это? Чего ему надо? Чего ему надо? Черт его знает. Идиот какой-то местный. Что, вроде отстал? Уходи, знаешь что-нибудь? Дверь побери! Скорее!
Что за тварь? Анатолий Васильевич! Может, все-таки к машине вернемся? Да нет, там люди! Я вижу! Где что? Бежишь-то, а? Эй! Эй! Серый! Ребята! Анатолий Васильевич! Мужики! Давай, давай, быстрее, ребята! А ну, стоять! Стоять, суки! Анатолий Васильевич! Ты что, обалдел, что ли? Стойте! Ребят, все в порядке! Вали отсюда! Вали, я сказал! Тихо! Стой, Серега, Серега, стой! У нас просто машина! Вон они! Все сюда, нормально. Ребята, быстро! Я свой! А вот этих вот, вали! Стой, а с этим-то что делать? Здесь оставим? А что, с собой возьмем? Да погоди ты! Так, ладно, вроде все готово. Ребят, левее чуть... Ладно, я сейчас укрупнюсь. Все, готово. Говорите. Ну что, город так видно, что или нет? Ну, видно что-то. Лучше все равно не будет. Нормально, так поехали. Что, снимаешь, что ли? Снимаю. Да мотор, вы... начали! Дорогие мои земляки, в этот трудный для нас всех час перед лицом... Черт. Давай еще раз. Ничего, нормально. Можете продолжать. Дорогие мои земляки, в этот трудный для нас всех час перед лицом стихии я, ваш кандидат в губернаторы Александр Иванович Хан, хочу заверить всех, что сделаю все от меня зависящее, чтобы город жил. Вы все прекрасно видите, что существующая администрация не справляется с положением. Всюду беспорядки. Отсутствует электроэнергия. Поэтому прямо сейчас я отправлюсь в городскую администрацию и узнаю, что происходит. И обещаю вам, мы наведем порядок в этом городе. Ну что, нормально? Отлично, нормально. Лучше не бывает. Серега, ну что, ты дозвонился, нет? Да не дозвонился, телефоны не ловит вообще. Что с этой связью сегодня? Ты вот что, не уходи. А что такое? Алло. Сейчас поедешь с нами. Куда? Мы сперва заедем ко мне в банк, кое-что проверим, а потом в городскую администрацию. Материалы наснимаешь? Будь здоров. Ладно. Ха. Вообще, что происходит? Люди вообще с ума посходили, называется. От погоды, что ли, все озверели? Да это эти с митинга лохи, мать их. Я ж обделался, честное слово. А главное ж не валятся. Я две обоймы выпустил, а им хоть бы хны. Ты видел? Да видел, видел. Я пока башку ему не прострелил, он не отцепился. Так, ладно. И вот еще что. Мы люди серьезные. Тебя в обиду не дадим, не трусь. Ты нам живой нужен, пресса твою мать. Садись. Спасибо. Я вообще не местный. Ха, поэтому я тебя и не знаю. Откуда ты? Да мы из Москвы приехали вчера. Хана вашего снимать. Снять Хана? Смешно. А что? Да так, тебя как зовут? Кстати, Костя. А я Искра. Искра Хан. Да ладно. Племянница? Дочь. Другой раз я назвал бы это журналистской удачей. А сейчас как? А сейчас на нас труп. Да не боись раньше времени, отец со всем разберется. Да, я слышал, у него неплохая репутация насчет разборок. Что еще слышал? Только то, что у него есть дочь Искра.
Предохранительный пистолет — мощная штука. Тяжелый? Я девочка сильная. Да, это я заметил. А стрелять где научилась? Занималась биатлоном. Не понял? Ну, едешь по снегу и стреляешь. А, смешно. А, сюда, что ли? Осторожно. Папа в банке, значит, работает? Нет, это банк на него работает. Банкир? И банкир тоже. Что-то не открывает никто. Это же он? Да. Лозунг впечатляет. Правда, мне кажется, что далеко не все здесь жаждут порядка. Папа у нас авторитет, его все боятся. Авторитет, насколько я понимаю, криминальный? А вот так лучше не говори. Я понял, понял. Разборок на сегодня для меня достаточно. Я, честно говоря, выпил бы сейчас. Интересно, здесь есть что-нибудь? Может, они все в переговорной? Переговорной, может быть. О! Есть. Фух. Вообще-то, я бы лучше шваркнул сейчас, конечно, текилки. Она как-то бодрит. Ну и это хорошо. Теперь, как председательствующий на этом заседании, должен поставить на голосование вопрос. И чё? Не знаю, как ты, а я лично отца подожду. Поддерживаю. Знаешь, я вообще думал часто, ну и к черту эту журналистику. Пошлют в какую-нибудь горячую точку. Или в холодную, час от часу не легче. То ли дело в банке. И надежно, и спокойно. Мне тоже все говорят, выходи замуж за банкира. А что, предлагают? Предлагают, Вовка. Он у папы управляющий. А ты чего? А я, да так. Упырь, что ли? Не люб? Ну, типа того. Может, там кто-то есть? Может, ему плохо? Мне уже плохо. Вовка? Вовка, что с тобой? Пойдем отсюда. Вова! Вова, ты что натворил? Черт подери! Черт!
ты тянешься, как беременная баба. Давай живее. Сука, ты смотри. Ты смотри, Вована завалили. Точно, Вован. Ну, зверьё, а? Ну, сейчас. Серега, Леха, да. Останьте здесь, остальные за мной. Твою мать. Слышь, ты не очень-то снимай тут, понял? А чё, Хан сказал все снимать. Кто его так? Да хрен его знает. Похоже, пацаны Муромского под шумок решили наш общак взять. Да какого Муромского? Посмотри, ему башку проломили. А Муромского замочили бы, да и все. Да это точно не наши пацаны. Кто ж так делает-то? Смотри, как натоптали. Это точно те же лохи и здесь прошлись. Ага. Походу, кто-то нашего хана очень сильно не взлюбил. А ей за что? Хрен его знает. Вот жена молодая от него сбежала. Ты бы лучше язык прикусил. А что? Все знают. Дашка с ним только из-за денег и была, а сама с Игорьком Князевым путалась. Ты же его знаешь. Да знаю, знаю. Только он ей башку хочет оторвать, и тебе оторвет, если услышит. Тихо, идут. Ну чё тут? Да никого вроде. И там тихо. Нет никого, а бабки на месте. Хрен знает что. Зачем человека завалили-то? Куда они, суки, все подевались, не пойму. Ладно, вот что, пацаны. Бери-ка стволы и по следам пройдемся. Ага. Ничего. От нас не убежишь. Ух ты, мать твою! Ты посмотри, что творят. Всех поубивались, суки. Чем люди-то виноваты? Это же голова. Искра! Искра! Кто здесь? Суки! Выходи! Ну выходи! Сейчас порешу! Ну! Ну что, разошелся? Фух. Все, что ли, тут с ума посходили? Точно. А Вова твой задушевный парень чуть мне голову не откусил. Кажется, разрушил я твое семейное счастье. Вот партия была бы. Банкир, живоглот. Все, что не делается, все к лучшему. Слушай, когда ролики-то успел снять? Пока ты бежал, не оглядываясь. Пойдем-ка посмотрим, что там. А то я сдохну уже так бегать. Ну так получше будет. Вроде нет никого. Ты что, опять пить собираешься? Вообще-то я мало пью, быстро пьянею. Но что-то не сегодня. Так что я, пожалуй, выпью еще немного. Черт. Хорошие же ролики были. Вы мне просто поражаете, Искра. К черту ролики. Знал бы ты, откуда они. Я их из Англии привезла. Как вообще можно думать о роликах, когда по улицам толпы сумасшедших ходят? Хотя, может, это отвлекает? Может
приказываю штаба гражданской обороны по адресу площадь Ленина, дом 1. Внимание, внимание, внимание. Повторяю, всем собраться у штаба гражданской обороны площадь Ленина, дом 1. Внимание. Всем собраться у штаба гражданской обороны города по адресу площадь Ленина, дом 1. Советов. Черт, черт, черт. Кажется, здесь тоже. Может, вернемся? Я говорю, может, вернемся? Может быть. Пойдем отсюда, пока не поздно. Поздно. Если больше никто не остался, то по инструкции я должен занять пост начальника гражданской обороны и подать сигнал. Мои ребята сначала в воздух стреляли. Их за считанные секунды разорвали. Этих тварей штук 20 было. Пока мы сообразили, что делать, они уже внутри оказались. Не уцелел никто. Они оттуда пришли. Ребята мои стреляли, конечно, но только под конец я понял, что в голову надо. А теперь проверим. Этот уже ничего не понимает.
Я тут пострелял, подумал. Похоже на военную агрессию. Откуда снег? Откуда снег? Неожиданный удар. И очень успешный. Полагаю, что все военные части в городе были уничтожены за 1.5-2 часа. И способ был настолько необычный, никто и не подумал, что это нападение. Это ж как ядерный удар. Случись, что уже ничего не поделаешь. Ну хорошо, а почему мы остались живы? До нас пока еще не добрались. Я так понимаю, это эпидемия. Они перегрызают горло, встают и идут дальше. А те, кого погрызли, следом встают. Но кто это? Зачем? Может, террористы? Может быть. Ну, должна же быть какая-то подмога. Должны прислать спасателей, нет? Да, если есть кого спасать. То, что мы еще выжили, это скорее случайность. А со статистической точки зрения, мы, скорее всего, уже умерли. Мы жалкая доля процента, которая пренебрежительно мала. И ею следует пренебречь. Если атака даже локализована, и город окружен войсками, там, скорее всего, полагают, что в живых никого не осталось. Соответственно, никаких спасательных операций проводиться не будет. Только карательные. Карательные? Ну да. Хотя я в данном случае рекомендовал бы ковровую бомбардировку. Так что, если услышите взрывы, знаете, подмога пришла. Смешно. Простая логика военного времени. Хотя я не удивлюсь, если вместо бомб мы увидим БТРы с призывниками. Они дешевле, чем бомбы. Эй, ты кто? Обернись! Витёк? Братва, это ж Витёк! Эй, слушай, ты нормально? Ты живой вообще, нет? Какой нахрен Витёк? Ты чё офигел, что Витёк был? Мало Витьков ты сегодня таких видел. А как он встал? Как они все тут встают? Мёртвый, не мёртвый. Но если эти твари тут все встанут, то мы ляжем, ясно? А Вовка? Вовка же лежит, да, судя по всему, он уже вставал. Только, видать, на живого на кого напоролся. Значит, есть люди в городе. Ладно. Парни, берем нормальные стволы и едем разбираться с этой херней. Хочу нашему губернатору, бывшему, харю посмотреть. Поедем в дом советов разбираться. У тебя пленка еще есть? Да, есть, хватит. Молодец. Поехали. Тут широкий карниз, можно вылезти. Только куда он ведет? Они здесь! Их слишком много! Уходим! Надо бежать! Быстрей! На карниз! Yeah.
Извините. Типа выбрались? Вот дерьмо. Искра, попробуй пройти по карнизу в другую сторону. Хорошо. Все митингует, зверье. Ах ты, твою-то мать, Игорек. Вот ты и попался, сучонок. Давно Дашечку видел? Больше не увидишь. Ого, фига себе. Хорошенький арсенал у этого хана. Вон там, правее он стоит. Надо уходить! Ну и отдача. Ни хрена не попадешь. Кто там? Не знаю, но в белом, по-моему, Князев Игорек. Сейчас там только его не будет. Суки делают, а? Мари, обложили, а? Дави на газ, прорвемся! Быстрее только! Насколько же их, а? Когда же мы выйдем? Твою мать!
Серега, давай быстрее! Слышь, тварь! Бери на газ! Да не получается! А это лучше его убить, глянь. Ребята, лезет! Серега, что ты делаешь? Окно закрой! Серега, ты что делаешь? Окно закрой! А эти придурки! Куда поехали? Поехали! Спокойно! Сволочи! Да отвалите вы! Сейчас окно разобьем. Ребята, ничего, ты готов? Не надо! Железо! Готов! Не надо этого! Ну что, ребята, вам помочь, да? Серега, давай! Я с вами! Что, твари? Получите! Нате! Мочи! Еще одну давай! Даша, осторожнее! Скажи спасибо, что успела вовремя. Спасибо. Я не пойму, ребят, вы что, здесь все знакомы? Знакомы. Значит, Дашка, это и есть твой Игорек, да? Вот уж встреча. Вот не пойму, за что же ненавидишь ты меня так? А за что тебя любить? Сейчас приедем, папа тебе башку открутит. Куда же это, интересно, мы приедем? Домой. С какого это перепугу я туда поеду? А с такого, что мне к папе нужно. Он в этом городе человек главный. Хочешь жить, надо к нему. Или ты не так думала, когда замуж просилась, а? Хочешь к папе? Вали к папе. А на своей машине я поеду туда, куда мне надо. На какой своей? Что тут твое? Это все папа тебе купил. Поворачивай машину! Девочки! Поворачивай машину, кому сказала? Поворачивай руль! Успокойтесь! Давай, попала. Я, кто же еще? Больше здесь никого нету. А ты че? Живой, что ли? Да вроде да. Молодец, шустрый пацан. Выбрался. И главное, камеру не потерял. Это у меня профессиональная. Ага. Шипздик шипздиком, а целый. А моих-то пацанов всех порвали нахрен. Всех. А что делать-то? Выбираться. Давай за мной.
На заводе у меня поспокойнее. Главное дойти. А у вас и завод есть? А то. Целый район на моем мазуте ходит. Ах, да. Кость, ты говорил, нефтепереработка. Да. Мы на завод к вам собрались заехать. А после всего поснимать. Вот заедем и поснимаешь. А Костя это кто? Костя, это корреспондент. Мы с ним приехали. Только встретиться не успели. Он поди уж тоже. Тут где-то бродит. Может, еще и встретим. Не дай бог. Что-то я не хочу тут больше ни с кем встречаться. Честно признаться, я тоже. Будем пробираться дворами. Вот что. Давай за мной. Только помедленнее, пожалуйста. Девочки, ну вы даете. Ты только не начинай. Сначала снег, теперь туман. Ну, вроде так и должно быть. Он же ложится, потом испаряется. Было жарко. Кстати, похолодало, вы заметили? И мы вообще где? От центра порядочно отъехали. Только не в ту сторону. Искра, если тебе действительно так нужно к отцу, до завода недалеко осталось. Он наверняка там. Кстати, а он действительно хотел вас убить? А как же? Хан такой человек. Он слышать ничего не хочет. На самом деле он понимает, что у нас ничего не будет. Но согласиться не может. Он скорее себя и других погубит. Пытаясь убедить кого угодно в том, что все должно быть так, как он хочет. Да, но так да он лучше вас всех! Лучше, Искра, лучше! Да ты! Но упертый! Все, да хватит! Ты! Что это? Держитесь вместе. Никого. Мать честная. Чё там? Да, знакомая машинка. Чёрт! Чёрт! Такое мы уже видали, да? Хрен его знает, зачем. Посмотри, сколько их тут много. Да, Даша. А кто это? По-моему, ты свое получил и без меня. Ничего. Главное нам теперь самим не получить. Давай вперед, мигом! Хорошо. Не останавливайся! Я там чуть не сблеванул на месте от страха. У вас такое бывает? Когда волнуюсь, какой-то спазм в желудке. Дать водички? Лучше еще водки. Отец Михаил, у вас же там осталось еще? Он же напьется сейчас. Ничего. Можно. Сейчас можно. А можем мы здесь ночь переждать? Место глухое. Промзона.
Здесь много людей быть не должно. Эти головы мы еще в центре видели. Ваша работа? Да я, почитай, полгорода с боем прошел, пока людей встретил. Значит, этих вы за людей не считаете? А вы считаете? А мне почем знать? Вы священник, вы объясните. Ну, человеческого-то в них ничего не осталось, это точно. Правда? Да. А разве вы сами не видели? Я ведь на площади был, когда все началось. На звоннице крышу латал. Оттуда хорошо все было видно. Что? Что видно? Как они на толпу напали. Кто они? Да безумные эти. Их и немного было. Я поначалу и не понял ничего. Пока крики не услышал. А тут еще снег со всех сторон. Пока на площадь спустился, никого в живых и не осталось. Может, кто и спасся. Но до вас я ни одного живого человека так и не встретил. А мы думаем, это нападение. Террористы. Биологическое оружие. Или, может быть, психотропное. Не знаю. А как это еще понимать? Я понимать не берусь. Хорошо, что вас встретил. Хорошо, если ночь переждем. А там видно будет. А святая вода, крест животворящий. Это все на них не действует? Я больше народными средствами, но с Божьей помощью. Больше похоже на Божью кару. А это каждый понимает в силу своего разумения. Неисповедимы пути Господни. И кто знает, в чем наше предназначение. И когда мы должны его исполнить. Слушайте, Игорь, я бы, может быть, стрельнул разок все-таки. А то теоретически я все понял, но практически... Думаю, успеешь еще пострелять. Скажите честно, Игорь, ведь вся бодяга наверняка от вас, а? В смысле? Ну, в смысле военные. Вы же сами говорите, атака или пуч какой-нибудь. Или, может, просто солдатики-срочники потеряли бочку советского секретного оружия. Она и грохнула. Солдатики? Эти могли. Но я ни о чем таком ни разу не слышал. А что, ультимативная вещь. Уничтожение противника его же руками, причем совершенно без разрушений. Представьте себе, сбрасываем такую бомбу на Штаты. Они там перегрызают все друг друга и ку-ку. Мы прилетаем, планомерно отстреливаем тупых зомби. И получаем целую страну со всеми заводами, газетами, пароходами и всем-всем-всем. При этом города целы, а леса и поля в порядке. А не как после ядерной бомбы. А? Тогда больше похоже на секретное американское оружие. Почему? Да потому что на нас бросили, а не на Штаты. Ну, вообще, я не думаю, что это американцы. Им-то зачем? Больше похоже на что-то восточное. Например, древняя шумерская магия. И Бен Ладен наладил ее, чтобы извести всех неверных. Похоже, а? Этот мог. Причем действует только на тех, кто в христианской вере. А кто нет, того не трогай. Вот я, например, не крещенный. Может, поэтому мы и живы? Да, особенно не крещенный отец Михаил. Да. Может, он отступник. Отец Михаил, вы случайно не еретик какой-нибудь? Ну, в общем, я думаю, что это все-таки террористы. Тогда где они сами? Сидят где-нибудь, ждут, пока нас сожрут. Ну, тогда им придется еще подождать. Закрыли хорошо? Снаружи проверил. Хорошо. Не пробивает нигде. И все же надо поосторожнее. А то мало ли что ночью. Само собой.
Надо дежурство организовать. Я до двух подежурю. А потом я. Я ночью часто не сплю. А теперь так. Давайте спать. Фу, жуть какая. Чего? Да темень, как в лесу. Ты не нагоняй, а то и без тебя не весело. Стойте, стойте! Тут кто-то есть! Тут это ж корова. Блин, корова. Ага. Я-то думал, господи, я-то думал там, а это корова. Идиот, выключи свет! Стойте! Куда ж мне идти-то теперь? Не спишь? Игорь. Чего? Ты понимаешь, что это настоящее чудо, что мы вдвоем остались в живых. Ни Хана больше нет. Никого. А мы остались. Может быть. Вон, Искра, смотри, тоже осталась. А Хан? Такого голыми руками не возьмешь. Возьмешь. Я видела. Что ты видела? Ну, это же он в вас на площади стрелял. А потом на них целая толпа бросилась. Его больше нет, понимаешь? Мы свободны. Ну да, свободны. Как теперь выбраться отсюда? Выберемся, я знаю как. Thank you.
Черт, сколько же их? Что делать? Смотрите. Факел? Он так не должен гореть. Что-то случилось? Это отец. Он наверняка там. Следом идут. Откуда они взялись? Это факел. Зачем он вообще так горит? Надо было его погасить, к чертовой матери. Вот доберемся, а там узнаем. Нет никого. На кой черт вообще сюда надо было переться? Подожди. Надо наверх идти. Там кабинет. Какой кабинет? Ты вообще в своем уме? Ты что, все еще хочешь здесь папу найти? Да, хочу. Не, ну честно. Банка нам было мало. Да, мало. Через цех в кабинет короче путь. Вы, тварь!
быстрее! Давай! Давай! Искра, тебе нужно бежать отсюда. Куда бежать? Почему? Нам нужен врач. Мне уже ничего не нужно. Господи, главное, ты жива. Но тебе нужно бежать. Дочка, послушай. Не надо врача. Больше нет никаких врачей. Я умираю, и вам меня не вытащить. Но тебе нужно бежать. Скорее. Ты видела факел? Они скоро придут сюда. Смотри, они уже все здесь. Это я поджег хранилище. Нет, это не я умру с ними. Это они сгорят вместе со мной. А ты должна убегать, слышишь? Нет, папа, я не пойду никуда без тебя! И вы, двое, там внизу локомотив. Искра. Хватит болтать. Беги, я тебе приказываю, слышишь? Беги! Папа! Папа! Нет, папа! Папа! Очнись, папа! Господи, Искра, он уже мертвый! Да иди ты нахрен! Надо срочно уходить, ему уже не помочь, а нас тут завалит! Их слишком много. Упаси души усопших раб твоих, и прости им всякое прегрешение, вольное и невольное, и даруй им Царствие Небесное. Нет, мы так не выйдем. Thank you.
Искра,
Отец Михаил, залезайте! Нет. Бегите без меня. Но почему? Я не могу. Я не могу их оставить. Я должен остаться здесь. С ними. С кем? С ними. С этими несчастными. Надеюсь, что теперь все. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Какой замечательный сегодня день. Мы приветствуем всех, кто только что переключился на нашу волну и где, как всегда, солнце, радость и море позитива. Тем более, что природа сегодня готовит нам особенный подарок. Синоптики радуют нас совершенно сказочными известиями. Это июльские ночи на всей европейской части России, а утром уже и на большей части территории Европы наблюдается уникальное явление – настоящий снегопад. Твою мать. Глядеться радость на тебя.